Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Каждое четвертое ДТП в Кировской области – это наезд транспортного средства на пешехода. По информации ГИБДД, за первую половину 2021 года на дорогах нашего региона погибли 13 пешеходов, почти 180 получили травмы. Большинство таких происшествий случаются в светлое время суток по вине пеших граждан. Замечу, что строгое деление участников дорожного движения на водителей и пешеходов недопустимо. Многие из нас в течение дня успевают побыть и тем, и другим. Трасса 101. В ГИБДД пообещали повысить лимит разрешенной скорости на некоторых участках автотрасс до 150 км в час. Идею успели поддержать в Государственной Думе. По словам одного из парламентариев, качество дорог в нашей стране за последнее время улучшилось, и поэтому почему бы не разрешить водителям кое-где поддать газку. В перспективе якобы на отдельных участках скоростные ограничения могут и вовсе ликвидировать. Трасса 101. Оказывается, повторно успешно выдержать экзамен на знание ПДД не так-то просто. Речь идет о водителях, которые были лишены прав и по окончании срока лишения обязаны снова сдавать теорию. В Москве процент прошедших испытаний ниже 50, информирует госавтоинспекция. Оно и понятно, факторов тут много. Например, гражданин получал права 20 лет назад. За это время в правилах и в процедуре сдачи многое поменялось. Трасса 101. Volkswagen запустил продажи нового компактного кроссовера Taos. Младший брат Тигуана стоит минимум 1 миллион 627 тысяч рублей. Автомобиль, который выпускают в Нижнем Новгороде, комплектуется бензиновым мотором объемом 1,6, мощностью 110 лошадей, либо 150-сильным турбированным агрегатом объемом 1,4. Трансмиссия, механика, автомат или робот. Привод передний либо полный. В базовой версии присутствуют, к примеру, светодиодные фары, круиз-контроль, датчик света, цифровая приборная панель. Трасса 101. А руководство АвтоВАЗа пообещало в ближайшие годы наладить производство машин с более мощным мотором. Имеется в виду бензиновый 150-сильный агрегат объемом 1,3 литра, который сейчас устанавливается на некоторые модели Renault, например, Captur. Создавался двигатель альянсом Renault-Nissan совместно с Daimler. Как ожидается, Лады с таким сердечком будут стоить на порядок выше. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.